сегодня его и его партнеры признавались на сцене и с новыми хорошими большими уровнями. Вы слышали сегодня на протяжении всего бизнес-дня, о нем вспоминают, его ставят в пример, и это тот человек, у которого действительно можно учиться, учиться и учиться. Прошу встречать мастер своего дела Сергей Мартынец, младший лидер группы. Спасибо. Сегодня я покажу, как мужчинам намного проще, не зная этих всех фишек, строить бизнес, успешный бизнес с помощью нашего инструмента, который называется тест-пак. Скажите, пожалуйста, а кто вообще использует тест-пак в своей работе? Есть, супер, отлично. А у кого есть результаты по тест-паку? Есть, практически у всех есть результаты по тест-паку. Вы знаете, мы для себя также используем тест-пак, мы понимаем, что это очень хороший и легко копируемый, то есть очень быстро дублицируется работа с тест-паком. Я хочу показать вам несколько... Сейчас, секундочку. Что-то у меня само клацает. Несколько примеров. Итак, зачем вам нужен тест-пак, да? Тест-пак это, ну, во-первых, это гибкий подход к клиенту, то есть мы можем очень быстро найти клиента, найти очень быстро покупателей, и самое главное, что благодаря тест-паку мы можем строить такой антистрессовый бизнес. Да? Для многих проблема вообще, знаете, самый глупый вопрос вообще, который у нас есть в бизнесе, кто знает? Кому предлагать? Где брать людей, да. Где брать людей, кому предлагать, это самый глупый вопрос, потому что люди везде, они нас окружают, у нас как минимум по жизни там порядка 2000 знакомых мы встречаем, просто мы их всех не запоминаем. Поэтому, конечно, тест-пак помогает самую главную проблему решить, то есть где брать людей. И именно с этой стороны сегодня расскажу о тест-паке. Кому предлагать? Ну, первое, конечно же, знакомым. Нам нужно тем, кого порекомендовали. То есть основная задача тест-пака – это получить рекомендации. И нашим партнерам, которые не активны в бизнесе. Кто давно в бизнесе, вы понимаете, да, что со временем у нас есть партнеры, которые, может быть, вначале были активны, потом потеряли активность. Может быть, люди изначально пришли, но и они не рассчитывали на какую-то работу, они просто там занимаются, может быть, продажей или для себя кто-то покупает. Ну или кому не подошло наше бизнес-предложение. Таких людей будет очень много. На сцену мы никого вызывать не будем. Самое главное – шаблон. Шаблон вы можете записать, может, если удобно, можете сфотографировать, потому что его нужно вот буквально дословно использовать. Кто не успеет это сделать, вы можете скачать этот шаблон на сайте нашей системы. На System21 в дополнительных материалах есть 4 файла. Там есть прежде всего анкета. Анкета к тест-паку. Да, вот так вот она выглядит. Вы можете купить ее сегодня у нас там на столике на нашем. Там к анкете есть бланк рекомендаций. Вот он у нас, мы его скрепили, это очень важный инструмент. И в анкете, конечно, есть определенные вопросы, на которые мы просим людей, чтобы они ответили. Итак, как мы приглашаем людей? Привет, допустим, Виктория, мне очень нужна твоя помощь. Я сотрудничаю с немецкой компанией, которая производит продукцию для красоты и здоровья. И мы проводим маркетинговые исследования наших товаров на украинском рынке. Так как ты пользуешься хорошей продукцией, можешь оценить качество элитной косметики. Вы можете не говорить слово «элитное», если кого-то это смущает. Вы можете сказать «качество немецкой косметики» или «качество хороших продуктов». Да? Мне важно твое мнение. Как ты смотришь на то, что я привезу тебе образцы, ты их дома попробуешь, бесплатно, разумеется, и дашь оценку качества? Вы знаете, большинство людей говорят «да», почему бы и нет. Большинство людей к этому адекватно относятся. Мы ему ничего не продаем, главное... Акценты я скажу, на чем использовать. Итак, основные акценты – это важность, срочность. Не делайте так, мы делали такие ошибки. Вот мне очень нравится, Дима говорил, что у нас первый тест-пак – такой пробный, мы на нем тренируемся. У нас было очень много ошибок с тест-паком, мы тоже собираем свои какие-то грабли. Когда мы давали тест-пак там, на 2 недели, я знаю, у меня есть партнер, который дал кому-то тест-пак, и потом через 3 недели приехал его забрать, а ему сказали, а это разве не подарок? А там уже половина, в принципе, уже закончилась, шампунь закончился, что-то еще закончилось. Поэтому очень важно делать, ну, такие важные моменты. То есть вы должны придать важность этому делу, то есть это для меня важно. И срочность. Очень хорошо работает, когда вы говорите, мне нужно собрать 100 вот таких анкет. То есть
Нужно 100 человек, чтобы мне прошли этот, ну, дали оценку качества. И очень хорошо работают комплименты. Вообще комплименты в любом деле хорошо работают, не только в нашем бизнесе. Но с тест-паком очень хорошо, когда вы говорите, допустим, я вижу, ты хорошо выглядишь, наверное, ты пользуешься качественной косметикой или качественной продукцией. Скорее всего, для тебя это важно. Поэтому ты сможешь оценить по достоинству этот продукт. Очень важно также в работе с тест-паком, да, фокус на кандидате. То есть самое главное – это он, это его мнение. Нужно сохранять нейтральность, не нужно перехваливать продукты. Вы знаете, иногда люди дают тест-пак и говорят, это там лучшее, что я пробовал. Это вообще бомба, это супер, это такие классные продукты. То есть таким образом мы пытаемся как бы продать. Обратите внимание, мы не кладем каталог вместе с тест-паком. Да? Очень важно, чтобы тест-пак был идеально чистым. То есть у человека должно складываться мнение, что он первый, кто пользуется этой продукцией. Это очень важно. Потому что я видел, ну, работал с партнером, и он вручал тест-пак, и я, ну, мне как-то было бы неприятно взять даже такие вещи. Мы работаем, ну, с продукцией по уходу за собой, гигиены, да, поэтому я вам рекомендую после каждого использования тест-пака идеально вытереть его, протереть салфетками, вытереть, ну, чтобы он был сияющим, просто сияющим. Это очень важно. Ознакомление с бланком опроса, это также важно. То есть у меня были такие ошибки, когда я принес тест-пак, или же я, ну, у меня был такой пример, когда я проводил встречу сыну и дал маме. Ну, как бы там все в порядке, у мамы свой бизнес огромный. И я сказал, вот я понял, тебе не интересен бизнес, отдай своей маме, пусть она поставит оценки. Я понял, что это ошибка. Почему? Потому что, как правило, люди к этому, ну, не совсем относятся серьезно, да, и они анкету не заполняют. У кого не заполняли анкеты? Есть такие, да? А у кого не ставят имя на анкете? Да, у кого не ставят дату, да? То есть в основном люди к этому относятся несерьезно. Поэтому все будет зависеть от того, как вы это преподнесете. Поэтому если вы на встрече человеку, вы принесли ему тест-пак, во-первых, как он должен выглядеть? Я также видел неоднократно, когда приносят тест-пак в каком-то пакете непонятном, каком-то, ну, знаете, вот у нас есть пластиковые пакеты, которые со временем, на нем такие пятна появляются жирные. Но мне кажется, ну это вообще, потратьте деньги, да, купите там несколько этих пакетов. Мы сейчас даем тест-пак, мы в пакет вкладываем вот такую вот коробку зеленую, да, все знают. У нас вот сегодня Лера дарила Наталью. Эта коробка позволяет сохранить, ну, вот такая вот зеленая коробка, спасибо. Она позволяет сохранить дольше пакет. Но единственный момент, что она очень плотно входит в этот пакет, поэтому я людям говорю, что пакет не обязательно доставать. Вернее, коробку с пакета не обязательно доставать. Вы можете открыть и достать. Я знаю, что, допустим, на соседних рынках появились уже специальные упаковки для тест-пака. Они у нас, скорее всего, также появятся скоро, поэтому, ну, немножко терпения. Летом они появятся, да. Спасибо, Гриша. Нужно немножко потерпеть, чтобы у нас тоже были такие инструменты. Возврат тест-пака. Очень важный момент, да. Самое главное, это должно идти по всей, ну, вся работа с тест-пака должна заключаться в том, что мы не пытаемся человеку ничего продать. Поверьте, люди это чувствуют. Если они немножко хотя бы почувствуют, что вы хвалите продукт, что вы пытаетесь сразу же, отдавая тест-пак, что-то рассказывать или дать каталог, скорее всего, они почувствуют, что вы хотите что-то продать. То есть человек должен до конца понимать, что это действительно маркетинговое исследование, и вам важна вот эта анкета. Поэтому, когда забираете тест-пак, очень важно бережно относиться к анкете. Не нужно ее перегибать или мять, или, знаете, ну, показывать, что это не важно. Ты мне сделай заказ. Нет, как раз вот самое первое, что вам нужно взять рекомендации. Для этого, забирая тест-пак, вы должны человеку сразу сказать, у тебя будет минут 10. Ну, хотя бы 10 минут для того, чтобы я мог забрать тест-пак. Потому что очень часто бывает такое, человек звонит, говорит, а я там оставлю на проходной, забери. Это не работает. Или я там кому-то, кем-то передам, это тоже не работает. Желательно, чтобы это было из рук в руки, и вы человеку скажите заранее, что мне нужно будет 10 минут твоего времени для того, чтобы я смог с тобой пообщаться по анкете. Забирая тест-пак, вы берете анкету первым делом. Вы не смотрите, что там человек хочет заказать, вы не задаете вопросы, ну что, будешь покупать, да? Или хочешь пользоваться? Нет. Вы смотрите на анкету. Я сейчас уже на своих ошибках научился, и я беру ручку и говорю, слушай, вот тут ты не поставил имя, поставь, пожалуйста. Или вот здесь ты дату не заполнила, поставь, пожалуйста. Я смотрю оценки, супер, отлично. Неважно, какие оценки. Если человек поставил троечку или двоечку,
У меня, честно говоря, ни разу такого не было, но если вдруг такое было, не нужно кривить лицо и говорить, ты что там, всем моим нравится, а тебе не нравится. Да, то есть вот этого делать не нужно. Вы можете сказать смело, я вижу, тебе не очень понравилось, ну супер, классно, я тебе помог, теперь ты знаешь, что эта продукция тебе не подходит. Хотя, честно скажу, ну, у меня не встречались такие люди, у моих партнеров также. В основном ставят что? 9-10, да, но иногда что-то кому-то не подходит. Я для себя сделал вывод, вот, допустим, недавно я давал тест-пак одной девушке, которая, ну, у нее там есть несколько коллектив с нескольких девочек, и я сказал, что передай, пожалуйста, своим девчонкам, пусть тоже, вот тут несколько анкет, и я понял, что те, вот той, которой я давал тест-пак, она заполнила, ей понравилось там 8, 9, 10 в основном, а те, кому она передала, то есть ее подчиненные, вот они поставили меньшую оценку почему-то. Я так думал, почему же так? Может быть, она как-то заставила их это делать. Все-таки, когда человек наемный рабочий, да, он к этому относится немножко по-другому. И первый раз я встретил оценки 5. Первый раз, честно вам скажу, до этого как-то обычно там шестерки были, но пятерок не было. Вот, поэтому здесь такое. Очень важно на этом этапе, мы открываем бланк рекомендаций, да, и мы задаем вопрос, если человек ничего не написал, да, вот иногда люди, человек не написал ничего и все, они забирают и уходят. Очень важно сказать, слушай, ну я вижу, что тебе здесь в принципе, ты, некоторые продукты тебе понравились. Ты можешь мне порекомендовать несколько своих знакомых, которые так же, как и ты, могли бы пройти вот такое вот тестирование? Мне нужно собрать там, допустим, 100 анкет за 3 месяца. Ты мне очень сильно поможешь. То есть это идет в режиме просьбы. Понятно, что не все вам дадут рекомендации, но если вам не дают рекомендации, задумайтесь, скорее всего, у вас прослеживается вот эта вот продажа. Помните, что я говорил? То есть вы не должны не напрячь человека, вы должны до последнего держать вот эту марку, что вам нужно мнение человека, вы не пытаетесь ничего продать. Поэтому вы просите, напиши мне, пожалуйста, несколько своих подруг там, или знакомых, и очень важно, мне не нужны все подряд. Мне нужны люди, которые пользуются действительно хорошей продукцией, которые могут адекватно оценить качество немецкой продукции. Поэтому все подряд мне не нужны. Ну, я знаю, у нас есть партнеры, которые говорят, ну, напиши, пожалуйста, 30. И вот действительно люди пишут 30 знакомых. У меня лично не было такого опыта. Обычно пишут там 3, 5, может, у кого-то больше. А сколько пишут вообще? 5, 6 до 10, да, в основном до 10. Это очень классный список. Почему? Потому что вы этим людям, ну, скажем так, рекомендации – это очень хороший список, потому что эти люди вам, в принципе, доверяют, потому что вы звоните, допустим, от Светланы. Да, и вы потом звоните и говорите, что Светлана прошла, вернее, да, она попробовала, протестировала нашу продукцию, она рекомендовала вас как человека, который сможет оценить качество этой косметики, да, и вы сможете смело так же само завести каталог, да, если человек просит. Не пытайтесь человеку втюхать каталог, если ему это не надо. Если человеку не понравилась продукция, да, это будет очень редко, поверьте, но если вдруг так, вы благодарите, ни в коем случае не нужно показывать свое недовольство, вы благодарите, говорите спасибо большое, я благодарен тебе за то, что ты мне помог собрать очередной отзыв. Поэтому если вам человек что-то, если он интересуется, да, если он здесь на обратной стороне, да, вы можете увидеть, хотели бы вы пользоваться продукцией компании LR. Если человек говорит «да», вы можете смело предложить ему регистрацию. Вы можете смело сказать, слушай, есть возможность покупать эту продукцию с хорошей скидкой. Как минимум со скидкой. Да, если человек хочет купить одну зубную пасту, понятно, что вы можете ему принести эту зубную пасту. В следующий раз ваша задача сделать с него просто покупателя. И в следующий раз он будет уже более лояльным, и он сможет вам сделать заказ более, скажем так, объемный, и вы сможете тогда уже предложить ему скидку постоянную. Да? И ваша задача будет работать с этим партнером, уже с лояльным покупателем. Да? Уже вы будете его извещать о акциях, о скидках, о каких-то специальных предложениях. Очень классно работают также наши подарочные сертификаты. Вы можете подарить подарочный сертификат человеку, который вам вот это дело, скажем так, заполнил. Какие выгоды тест-пака? Ну, на самом деле выгод очень много. Я считаю, что самая большая выгода, у меня, к сожалению, здесь нет доски, но самая большая выгода, что вы можете спонсировать прям целыми ветками. Я знаю, что сейчас многие новички меня не поймут, но если вы находите какого-то человека, заинтересованного, да, то есть с рекомендацией. Вот, допустим, я дал тест-пак Светлане. Светлана дала мне рекомендации там 5 человек. Из них есть Вася. Вася мне дал еще там 3 человека.
там есть Петя. И вдруг Петя заинтересовался и хочет подключиться, да? Что я делаю первым делом? Звоню Васе и говорю, ты знаешь, там есть человек, я уже запутался с именами, там есть человек у тебя, которого ты рекомендовал, который хочет подключиться, и он будет покупать продукты. В принципе, я тебе благодарен за такую рекомендацию, я его могу подключить под себя, но было бы логично подключить его под тебя. И понятно, что это уже отдельный разговор. Нужно с человеком встретиться, объяснить ему, как это работает, и сказать, что мне, в принципе, без разницы, на какой глубине работать. Но если этот человек через полгода или через год, под ним появится большая структура, то это будет твой бизнес. Затем я иду к Свете и говорю, ты знаешь, Свет, у тебя там есть, помнишь, ты давала Васю, а там еще кто-то. Вот эти два человека, они хотят подключиться. Я, в принципе, могу их подключить под себя, спасибо тебе, я тебе подаю шампанское. Но я тебе все-таки рекомендую, ты бы подключилась, и я подключил бы их под тебя. Мне без разницы, с кем работать. Но через полгода или через год, кто знает, может быть, твоя ситуация повернется так, что ты захочешь рассмотреть этот бизнес. Вот, поэтому, таким образом, вы можете заглубиться хоть на 20-ю глубину. Понятно, что не все 20 человек примут ваше предложение, не все 20 захотят зарегистрироваться. Но, как минимум, вы сможете какую-то часть этих людей зарегистрировать. Поэтому ТСПАК очень серьезный инструмент, я хочу, чтобы вы относились к нему профессионально. И самое главное, если у вас что-то не получается с ТСПАКом, обязательно на консультацию со спонсором. То есть, скорее всего, вы делаете что-то не так, потому что ТСПАК очень классно работает. Итак, какие выгоды? Ну, во-первых, нет проблем с личным оборотом. Ой, мне просто нужно переключать. Вот так. Нет проблем с личным оборотом. Правда? Потому что если вы работаете с ТСПАКом, у вас постоянно будут какие-то заказы. Как вы думаете, сколько нужно ТСПАКов для того, чтобы эффективно работать? 3, 4, 5, 6, я вижу, но никто не сказал один. Но потому что человек, который стартует, мы рекомендуем ему взять хотя бы один ТСПАК. Но если он начинает работать, он сам понимает, что одного недостаточно. Поэтому, ну как минимум два надо. Три. Три это нормально. Вот. Но есть люди, у которых и по 8 ТСПАКов, да. Легко дублицируется, но действительно легко. Вот я знаю, что Игорь, благодаря ТСПАКу, он в этот бизнес просто влюбился, потому что это действительно легко. Любой мужчина может это повторить. Да? Первые быстрые деньги. То есть, поймите, пока ваш новичок не зарабатывает здесь деньги, это, ну, скажем так, очень опасный период, да, и вот эти первые несколько месяцев вы должны сделать так, чтобы ваш новичок заработал первые деньги. Как раз благодаря ТСПАКу он может заработать первые деньги. Даже если это небольшие деньги, это уже его удержит в бизнесе дольше. Ну и, конечно же, билет. Билет вас спасает от этого. Растет товарооборот, растет квалификация, и самое важное, это неиссякаемый источник контактов. И знаете, у меня есть люди, которые, допустим, ну, студенты, может быть, это люди, которые окружение, ну, вы знаете, да, окружение, оно не очень, скажем так, ну, хорошее, то благодаря ТСПАКу вы можете выйти в другое окружение, найти других кандидатов, других партнеров себе, даже несмотря на то, что у вас, может быть, не то окружение. Ну, и так далее. То есть, в принципе, благодаря ТСПАКу бизнес строится легко, на позитиве, и вы сможете намного эффективнее строить структуру, потому что ваши партнеры будут вас дублицировать. И если вы проводите встречу с ТСПАКом, то человек новенький сразу понимает, что нужно делать. У нас вот буквально вчера подключилась в глубине девочка, которая не пришла, к сожалению, сюда, да, потому что ее спонсор не пришел. Видите, как все дублицируется. Но она поняла четко, что нужно стартовать с ТСПАКом, потому что она взяла ТСПАК. Вот и все. У меня все. Спасибо большое. Мне было очень приятно поделиться опытом с вами.